17 жителей Красноярского края предстанут перед судом за организацию занятия проституцией. Следственными органами Красноярского края окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в вовлечении организации занятием проституцией на территории Красноярска. Установлено, что 38-летний житель краевого центра в целях осуществления противоправной деятельности создал организованную группу, которая состояла из 10 человек. Спустя некоторое время ими были привлечены еще 7 человек для работы в качестве администраторов. Всего в занятия проституцией были вовлечены 44 женщины, которые оказывали сексуальные услуги за денежное вознаграждение в помещениях массажных салонов, которые расположены на территории Советского и Центрального районов Красноярска. В результате спецоперации, которая была проведена сотрудниками уголовного розыска и следователями Главного управления МВД по краю при участии Росгвардии, деятельность подпольных массажных салонов пресечена. Изъяты бухгалтерские книги, компьютеры и жесткие диски, телефоны, каталоги услуг интимного характера с расценками. Организаторы и участники группы установлены и задержаны. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.